Высота 3.080 по армейской тактической карте. Подниматься мы будем не в лоб, как я это делал самый первый раз, а через вот этот вот пик. Местные называют его Корона. Ну, на картах он без имени там. Обозначение с высотой, кстати, чуть выше Сурха. Вот мы будем на них взбираться. По вот этой вот цепухе сбоку и по плечу переходим на Сурх. Он же в большинстве часто употребляется в зоне Сирх. Мне как-то Сурх удобно. Первый раз услышал, так его и называют. Конец записи. Сейчас мы подходим по пути к Сурху, к одной из местных достопримечательностей. Опа. Через речку. Небольшой переходик вброд. Вот он, источник белого нарзана. Натуральная вкусная минеральная вода. Сила вулкана. Вон тут зверьки бегают. Сейчас их не видно. Поднимемся чуть повыше. Вон. Привет, Тушкан. Ну и так по всей полянке. А тут вот на белом нарзане заполняем всегда пляжки, пополняем запасы воды. Вот еще целый букет горячанок. Красивый альпийский цветок. Энсия. Невозможно пройти и не снять. Вон красавцы летают. Сейчас видно, не видно. Пара орлов. Пытаюсь их зумом достать, но по-моему не очень видно. Подойдем к ним поближе, еще увидим. Вот, мы не прошли даже 1/4 пути, может меньше. А тут уже мы видим следы жестокой схватки. Походу маленький овец, а может и не маленький, не туда зашел. А вот и первый трофей. Хе-хе. Красавец. Ну да, лежит уже пару дней. Должен успел под дождем намокнуть. Но хвостовое, ой, не хвостовое, перо из крыла орла. Забираем как трофей. Первая точка, первый привал в нашем путешествии, та самая безымянная вершина, которую местные называют Корона. Высоту я точно могу не сказать сейчас, ну, это я потом уточню, посмотрю. Это первый привал. Добрались мы сюда. Орлов по пути не встретили, вот они летали, но как назло. Где-то летает. Ну, может, еще на Сурхе встретим. Вот по плечу этого перевала мы пойдем на Сурх. Так восходить намного легче, хоть чуть-чуть и длиннее. Ну, и легче, интереснее. В этот раз по секретной тропинке я тут ее нашел. Я добрался на самую
высокую точку этого, этой скалы. Сейчас мы находимся даже выше облаков, над лагерем облака. Но у нас тут облаков нету, даже периодически проглядывает солнышко. В отличие от Сурха, тут никаких аномалий не замечено, поэтому тут я просто буду отдыхать, перекушу, попью водички. И дальше уже пойду на Сурх. Вот он, импровизированный лагерь. Вот оно, знамя на самой высокой точке. Вот там вот наш лагерь. Сквозь облака проглядывает. Вот он где-то тут палаточный лагерь. Что-то его... Про это вот пчела только что пролетела. Все. Тучи как люди. А вот он. Сейчас, что-то не пойму, увеличиваю. Слегка в зуме запутался. Вот она, дорога на Сурх. Как раз переждем, сейчас облачко пройдет. Минуток 10 отдохнем. И пойдем на Сурх. Сурх, высота 3080 метров по военно-тактической карте. Конец связи. Ну вот, буквально считанные метры, сотни метров остались до вершины Сурха. И оставшиеся эти метры, так как тут уже ничего сложного нету, большинство вот она корона, на которой была предыдущая съемка. Вот она. Мы ее увеличили. Вот мы прошли весь этот путь по рукаву этого перевала. И, собственно говоря, вот он, Сурх, он же Сирх. Высота 3080 метров. Вот сейчас оставшиеся метры пройдем с камерой. Ну, вот такой тут пейзаж. Тропинок, тропок толком нету. В принципе, вообще их нету. Поэтому каждый избирается, у кого на что хватает фантазии. Вот она, вершина Сурха. Сирха 3080 метров. Сурх. Гора, которая намного древнее Эльбруса. Она тут была еще тогда, когда Эльбруса не было в принципе. По преданию, в далекие времена тут жили древние люди. Они жили тут, на вершине Сурха. А ритуалы солнцу ходили, устраивали на Тузлуке. На Тузлук я еще потом попытаюсь сходить, не хочу загадывать, но в принципе до него еще доберусь. Сурх тоже считается аномальной зоной. Всякое про него говорят. Что тут можно услышать, как разговаривают камни. Кто-то тут с космосом общается. Ну, сейчас мы также пройдем тут измерения. Все промерим. Все посмотрим. В принципе, я тут, это уже третье восхождение мое на эту гору. По поводу разговора с камнем могу сказать одно. То ли от ветра, то ли еще чего, от того же ветра, который создает ультразвуковые волны, или инфразвук, или ультразвук, то ли от того, когда ты тут один, срабатывает психологическая депривация, ты реально чувствуешь, ощущаешь за спиной
чье-то присутствие, чей-то шепот. Поэтому от себя могу сказать, место весьма специфическое. Особое. Вот пещера. Пещера куда-то уходит вглубь горы. Возможно, тут жили древние, заваленные. Поэтому не знаю, камера засечет этот звук, не засечет. Ну, потом посмотрим, что получилось. Сейчас мы вот по этому хребтику взбираемся на вершину. Бабочки летают. Хороший знак, дождя не будет. Тучи вроде тоже прошли. Потом мы увидели, когда были на короне. Орлы, к сожалению, куда-то разлетелись. Охотятся то ли на джелусо, то ли тут по хребтам. Тут живет пара красивых орлов. Пришли еще с прошлого года. Я за ними наблюдаю. Но пока вот только от них я нашел три пера. Есть следы отбоя с бараном. Самих орлов так, чтобы хорошо и сильно заснять, мне не удавалось в этот раз. Ну, все еще впереди. Это еще не последнее восхождение на сур. Времени много. А между тем, за этими занятными историями мы поднялись на его вершину. Вот она, вершина Сурха. Вот в прошлый раз я, самый свой первый раз, я залазил в лоб. Прям вообще в лоб. И вот здесь вот, когда я поднялся, вот здесь, из-под ног прямо вспорхнул орел. Здоровый. Белоголовый орлан. Очень красивое зрелище. Вот как раз и тучки разошлись. Вот он наш лагерь. Ослик. Вот он. Вот он маленький. Вот в виде немецкий аэродром. Вот немецкий аэродром виден. Ледник виден. Прям погода хорошая. Там грибы, если присмотреться, где-то тут посередине. Между ледником и аэродромом. На вершине, по-моему, но... Нет. Грибы сейчас не видно. Ну, в общем, сейчас разбиваем лагерь. Еще одна такая панорамная съемочка. О, он орел. Вот он, сейчас я его попытаюсь увеличить. Красавица, в облаках летает. Не видно, скрылся за облаками. Ну, как говорится, все еще впереди. Да, они улетели туда на джилсу охотиться. Вот там вот он где-то в облаках летает. Поснимаем Кавказский хребет. С Эльбрусом. Эльбрус не видно. Кто-то туда сегодня, кстати, пошел на 3800 сходить. Ну, погода, кстати, могу сказать, из всех дней, что мы тут, относительно неплохая. Солнышко, тучки. Конечно, не сильно ясно, но и, по крайней мере, молнии не сергают, и на голову ничего не капает. Что тоже не может не радовать. Вот. Вот так вот. Вот такая вот минута славы. Закрепил свой флаг на вершине Сурха. Штатива нету, поэтому закрепил. Капитально на чехле, обложив его камнями. Опа. Вот. Я
на вершине Сурха. Третье восхождение. Высота 3080 метров. Вот так вот. Погода отличная. Кстати, вот еще нюанс. Вот тут вот пирамидки, кто был до меня. Вот традиция альпинистов оставлять консервные банки. Типа плата за восхождение. Но я консервы не ем. Максимум, что я могу оставить, пачку печенья. Ну и то я съел на короне. Так. Ну, теперь переходим к замерам. Как говорится, на геопатогенных зонах, как мы знаем, компас ведет себя странно. Начнем с теста компаса. Прям флаг упал, ладно. Освобождаем компас. Компас ведет себя прилично. Немного не точно, на несколько градусов, но это нормально. Кругом металл, вот он. Стрелка ослаблена. Ничего она не болтается, чуть медленнее. Но показывает вот на север. Северный склон. Все, вот оно, направление. То есть... Никаких магнитных аномалий, что она тут кружится. Нет, хотя, опять же, немножко отклоняется. Но в итоге положение север-юг она показывает. Эльбрус ориентир. Так. Прячем компас. Достаем измеритель электромагнитного поля. Будем мерить электромагнитные поля. Еще раз говорю, мы аккурат на вершине. Оставим на максимальную чувствительность. Яркий свет, видно так себе. Магнитные поля есть, но не так сильно, как на грибах. Тут не видно, трава мокрая. На камушек положу. Вот если шапкой притянуть. Видно отлично. Да нет. Хорошие такие электромагнитные поля тут есть по двум осям. Так что тоже. Оно на малых частотах он не пищит. На малом ранжировании, на большой чувствительности. Можем примерить
радиацию. Радиационный фон меньше, чем на грибах. Ну, 33, то только что показал, сейчас 0,27 показывает. О, это не вулкан, в отличие от Эльбруса. 0,26. Радиационный фон тут маленький. Ну, тут скальные породы другие. Ну, в общем, вот так. Потом еще проверю тест с рамками. Но тут две руки будут заняты, поэтому камеру придется отключить. Так, на словах скажу, что получилось. Вот еще раз эти пейзажи, пока тучки разошлись. Ледник от Эльбруса, там высота 3800, базовый лагерь. Там вот где-то грибы. Вот они должны быть, вот здесь грибы. Не могу нарадоваться, какой зум у камеры хороший. Вот где-то вот здесь приближаю. Вот, вот здесь должны быть грибы где-то. В этом диапазоне тут бликует, не видно. Вот он, это аэродром. Это абсолютно точно. Грибы, вот где туча. Тучи. Вот здесь. Вот он, вот эти места интересные. Грибы, аэродром. Долина лам и лабиринты. Вот она, долина. С лагерями. Ну, а мы на сухе. 3,080 метров. Сурх, он же сирх. На этом конец видеозаписи.